А накануне в социальных сетях нашего телеканала мы решили спросить у барнаульцев и жителей региона, какие поликлиники, по их мнению, находятся в самом плачевном состоянии и нуждаются в ремонте. Кстати, в рейтинге самых некомфортных для пациентов в плане благоустройства краевых и барнаульских больниц лидирует детская инфекционная больница номер 2 на Попова. О начале ремонта, в которой шла речь, в нашем материале. За ее ремонт проголосовали 5 человек. На втором месте детская поликлиника номер 5 на Потоке. В ожидании ее ремонта трое. По словам горожан, поликлинику не ремонтировали с 80-х годов прошлого века. Люди также недовольны 3-й поликлиникой на Бехтерево, 5-й городской больницей на Калинина, 14-й поликлиникой на Павловском тракте, краевым туберкулезным диспансером на Звениногорском тракте и 10-й поликлиникой на Исакова.